Собаки не трогают, не бойся. У нас тут детский сад есть. От старшего сколько? 16, 6 и 1. Да. Мы сами как бы, ну, без помощников. Реабилитация только лекарства, поэтому его никуда... Мы не обучаем. Да, то есть куда-то с ним ехать, он... Только под присмотром взрослых. Только под присмотром, потому давай, что... Давай, Жава. Вот так началось. Тут появились детки, он начал немножко говорить. Ну что разница, 10 лет вот так вот. Мы боялись, ну вы поняли, да? И вот результат. Нам еще тут одна психиатр сказала, у вас, говорит, я эту фразу запомню. Ой, ладно. Не может быть, ну, нормальных детей. Вот, я приехал, я говорю, а вот это что? Она села такая, вот такая. Я говорю, вот, результат. Они нам говорили отдавать. Я говорю, а как я жить потом? Я знаю, что с ним было. Я знаю, что было. Вот закололи бы все. Тяжело. Просто у нас проблема в том, что он себя не обслуживает. И вот, как я называю, трусы счастья, мы без них просто спихаемся. Мы каждый день по 2-3 стихи. А так вы видите, он не агрессивный, ничего. Мы переживали. Нет, он не обижает. Он единственное, может вот так вот пройти там, ну, скоро он отодвинут. Они как будут для них. Так вот он вдвоем. Вся ржавая, и в плане там мы же меняли ее постоянно, ремонтировали.